Приветствую вас, Ксения. Давайте разберем ваш вопрос. В первую очередь, наверное, хочется отметить такой момент, что не совсем понятно, кому вы обращаетесь в своем вопросе, вот, потому что ваш вопрос, он звучит несколько странно для психолога, да, то есть оправдывается ли он тем, что вы пишете, я не чувствую себя женщиной в нынешних отношениях, вот. То есть, почему он должен оправдываться вообще, вот, почему вы не чувствуете себя женщиной в отношениях, это, как бы, ну, два разных вопроса, на которые, мне кажется, с точки зрения психологии, вам нужно ответить. Ну, или хотя бы там, не знаю, подумать над ответом на эти вопросы, потому что это важно. Вот. Это то, что хочется вам в первую очередь сказать. То есть вы такое ощущение, что вам тревожитесь относительно будущего, то есть у вас есть очень сильная тревожность по поводу будущего, ну, вашего будущего, по поводу вашей жизни, дальнейшей жизни, вот, вас это беспокоит, вас это волнует очень сильно, но вы почему-то хотите опираться в этом только на мужчину. Вот такое ощущение, да, что вот на себя опереться в том, чтобы как-то вот более устойчиво стоять на ногах. Вы такое ощущение, что не хотите, или не можете, не умеете, или боитесь. Вот. Значит, да, совершенно верно подметил мой коллега, что вы не говорите о любви, а говорите о том, что человек достойный. То есть такое ощущение, что вам важнее, чтобы был человек рядом с вами, которого вы считаете достойным, нежели чем то, какие у вас чувства могут быть к этому человеку. Вот. Хотя на самом деле, как вы, я надеюсь, понимаете, как бы то, что вы чувствуете к человеку, очень важно. Вот. И если вы этому значению не придаете, то как бы есть большая вероятность того, что вам будет свойственны такие черты, такие проявления, как, например, допустим, ревность, как, например, допустим, отношение к человеку, как будто он ваша, ну, собственность, да, как будто он вам принадлежит, вот, и, соответственно, такой вот элемент собственничества может присутствовать, если вы не ориентируетесь на свои чувства. Вот. Как мне кажется, это
очень важный и значимый аспект, вот, потому что то, что вы чувствуете к человеку, является определяющим. А если у вас только вот то, что он достойный, да, ну хорошо, но это получается, что вы приходите в отношения нуждающиеся в чем-то. И при этом относитесь к своим желаниям, к своим потребностям, к своим интересам таким образом, что я бы не сказал, что вы прямо их продвигаете, свои интересы, да? То есть вы же надеетесь, что вам дадут то, чего вы хотите. Вы надеетесь, что вам позволят то, чего вы хотите. Вы надеетесь, что ваши желания удовлетворят. При том, что, повторюсь, сами вы свои интересы продвигаете, на мой взгляд, недостаточно уверенно. Вот, при том, что вы тревожитесь, и при том такое ощущение, что вы пытаетесь с этой тревогой бороться. Вот, для чего вам, собственно, и нужен пока что, на мой взгляд, мужчина. Вот. Для того, чтобы бороться со своей тревогой. Но мне кажется, что с тревогой совсем не обязательно бороться. Мне кажется, что если вы посмотрите вглубь своей тревоги, если вы посмотрите, что лежит в основе того, что вас беспокоит, вот, вы сможете себя лучше понять, вы сможете лучше себя чувствовать, ощущать, осознавать то, что с вами происходит. Сейчас вы этого не делаете от слова совсем. И, на мой взгляд, являетесь зависимы от что одного мужчины, что от другого мужчины. Плюс ко всему, у вас есть некое условное принятие себя как женщины. Что я могу быть женщиной только там при определенных каких-то условиях. И что самое интересное, что это может быть и действительно так, на самом деле, может быть это так, и есть, вот. Но вы не продвигаете этот интерес свой. То есть, как бы, вы не отстаиваете этот интерес. Понимаете, в чем штука? И получается, что вы себя вроде как не чувствуете женщиной, вот, но вы в то же время и ожидаете, что другой человек вам эти условия дал. Вот. То есть для меня выглядит это все так, что сама по себе я чувствую себя очень неуверенно, вот. Сама по себе я ощущаю себя очень тревожно. Мне нужен достойный мужчина, чтобы на него опереться, чтобы быть спокойно, чтобы было спокойно. Вот. При этом я склонна себя бичевать, вот, то есть склонна там, ну, условно, то есть, там, себя обвинять.
грубо говоря, да, вот. Значит, я склонна себя, винить, я склонна себя винить. Ведь что такое вина? Да, что такое вина? Вина это, ну, в какой-то степени это подавленная злость. Вот. То есть, если вы подавляете себе злость, а злость это чувство очень нужно. Вот, а вы вполне можете подавлять это чувство, потому что, ну, можете считать, что оно, там, ну, грубо говоря, что оно мешает, может мешать вам защищать вас же саму от тревоги, да? Вот, вы можете так полагать. И, соответственно, если вы так к этому относитесь, то вы себе злость выражать, конечно, будете запрещать. Вот, и будет разняться чувство вины. Да, то есть если, ну, если ты не, если я не выражаю непринятие во мне, я буду выражать его вовнутрь. Вот. Поэтому это в том числе еще и работа с личными границами, я бы так это сказал. Вот. Работать с личными границами вам необходимо. Как, собственно, и с вашими желаниями. То есть над осознаванием того, что вы хотите. Над осознаванием того, что вы чувствуете. Потому что сейчас, как мне кажется, сейчас вы в полной мере то, что вам хочется, не видите, не замечаете в себе, да? Вот. У вас здесь еще есть что-то вроде любовного треугольника такого, да, то есть получается ваш мужчина и еще один мужчина, который готов вам дать, то, что вам, ну, разделиться это с вами, понимаете, да? То есть ключевой момент, что я хочу с кем-то это разделить. Ну, вот один из таких вот ключевых моментов. Вот. Я хочу разделить. Ну вот, как раз с кем-то. То, что мне вот важно, нужно и так далее. Но идея моя заключается в том, да, что именно вы хотите разделить, да, что здесь вот, ну, что вас условно беспокоит в этом. Это, на мой взгляд, очень важно. А вот, потому что вы, на это вы не обращаете свое внимание. Как мне кажется, как мне видится. Это важно. Вот. Ну и ощущение себя женщины. Здесь это будет, наверное, последним моментом, на который я хотел бы
заострить ваше внимание. Вы вот женщины, по вашему мнению, должно быть связано с человеком рядом с вами. Вот. Эта идея, эта мысль, она в том числе, помимо всего прочего, делает вас зависимыми опять. Потому что я могу быть женщиной только вот тем, кто ведет себя некоторым определенным образом со мной, да? То есть, условно говоря, если мне делают предложение. А теперь постарайтесь подумать, как наличие или отсутствие предложения, я имею в виду предложение вам руки и сердца, да, делает вас женщиной. То есть понятно, что предложение руки и сердца — это хорошо. Но как бы его можно и не делать. И менее женщина от этого вы не становитесь. Менее ценный от этого вы не становитесь тоже. Но получается, что только не в вашей системе ценностей. Потому что в вашей системе ценностей вы себя как раз таки именно так и ощущаете. Вы ощущаете себя менее женщины, простите, от того, что вам не делают предложение. Вот. И мне кажется, что это очень важно. Вот. Вы можете сказать: ну, Андрей, ну хорошо, но я же уже какое-то время нахожусь с молодым человеком в отношениях. 5-й год мы находимся в отношениях. Вот. Да. 5-й год мы находимся в отношениях. Если вас не устраивает то, что он не делает вам предложение, вы просто продвигаете свои интересы. Помните, о чем я говорил? Что интересы свои важно продвигать. Если вы их свои интересы не продвигаете, то как бы какой от них тогда ну, толк, да, какой от них тогда смысл? То есть, ну, да, ну, вы что-то говорите, ну, вот вы говорите, что я хочу того-то, того-то. Ну, вы не защищаете, не отставите свои интересы, не продвигаете их, и человек привыкает к тому, что вы можете на них как-то, ну, забить, да, вы можете как-то на них, значит, ну, не заострять внимание свое, вот. Ну, ну, потерпит, подумаешь, как бы, вот. А вы в итоге ищете этого на стороне, вот, понимаете? Самое здесь главное, что у вас в какой-то степени потребительское отношение к партнеру своему. Вот. Понимаете, в чем дело? И это я бы не сказал, что прямо, знаете, какая-то такая негативная история. Совсем не обязательно, что это прямо такая негативная история. Но, как бы здесь, опять же, вы, как будто бы, находясь в этих отношениях до конца, себе не признаетесь. Как будто бы, ну, не можете признать в себе какие-то вот, ну, вещи, да, вы не можете признать
о себе какие-то вот ваши, может быть, не знаю, представления об отношениях. Давайте, может быть, так это назовем. Хотя они по факту присутствуют. И это достаточно важно, как мне кажется. Даже вот, ваш вопрос, он несколько неопределенный, вот, и направлен на другого человека, то есть это про другого человека вы спрашиваете, а он там чувствует вину, да, а он оправдывается тем, что вы не чувствуете себя женщиной, ну, то есть, по сути, ощущает ли он вину, хотите спросить вы. Вот. И как бы это вы, к сожалению, отвлекаетесь от самой себя, ведь вы гораздо важнее, чем вот эта вот история, чем история про этого человека, с которым вы поцеловали. Поэтому, мне кажется, что ваша задача сейчас разобраться в себе, поработать с чувством вины, которое у вас есть, которое у вас очевидно совершенно присутствует. Вот, поработать с этими аспектами, вот, и тогда уже дальше я бы сказал, что спокойно решать, как двигаться, как вам, точнее, действовать дальше. Вот. Пока что, ну, пока вы вот себе не разобрались, да, вам сложно будет понять, что делать. Вам сложно будет себе на этот вопрос ответить, на вопрос, куда мне двигаться дальше. Вы даже такого вопроса, в принципе, не задаете, вы спрашиваете больше о том, оправдывается ли он, что вас волнует. Понимаете, да? Вот, на этом все. Я надеюсь, что вам это было полезно, надеюсь, вам это было интересно. Вот, надеюсь, что вы что-то для себя полезное и интересное выявите из моего ответа. Буду благодарен вам за отклик, за обратную связь на мой ответ. Вот. И желаю вам всего самого доброго и удачи.